Опа-на! Стопэ попался! Собрался смотреть ролик без лайка и подписки? Не, ну это бан. Так, в общем, этот ролик должен набрать минимум 12 тысяч лайков, потому что это реально пушка. Я вам гарантирую это. С меня годный контент, а с вас поддержка. И кстати говоря, я был бы признателен, если бы вы поставили колокольчики, если у вас их еще нет. Ну вы поняли шутку, да? Все, больше не затягиваю. Не забудь подписаться на канал. Всем приятного просмотра. Ах да, если ты видос смотришь 19 числа, то сегодня вечером будет турнир. И мне нужна ваша поддержка, я жду всех на трансляции. Все, теперь точно приятного просмотра. Чувак, отстань, я мирный. Я мирный, честно. Ай! Кстати, ты мне принес 2 черепа. Хорош. Я, честно говоря, не хотел его убивать, но мне пришлось, поэтому ты не бойся меня. Вижу бомжа, не вижу препятствий. Хей, мамбо, мамбо, Италия. Ля, смотри, что там прорисовывается. Тебе нравится эта база? Кивни, если нравится. Ого. Красиво. Ай! За что? У меня больше камней, чем у тебя. Какая вкусная территория. Там и коптер есть. И турели там есть. И ящики есть. Хотя, мне кажется, перелезть туда это не такая уж и проблема. Слушайте, а ведь реально не проблема. Ты зачем меня так пугаешь? Так, я запомнил, где это место. Я самый меткий кидальщик камней на Диком Западе. Ох. Да, было бы неплохо поставить первый верстак. Или найти его. Скрафтить композитный лук. Или блочный. Неважно. И пойти вынести пару турелей. Моей главной задачей было нафармить побольше скрапа, чтобы поставить первый верстак. И по пути я нашел очень интересное строение, которое я мог бы забрать. Но я был не единственной бомжарой, которая хотела забрать этот дом себе. Это мой магазин. Прописав с админки админский камень, я побежал фармить дерево за один удар. Ё-моё. Тут билды нет, тут есть лестница. Это чудо. Ну ты собака даешь, конечно. Отлично. Непривычно, конечно, то, что у меня теперь персонаж левша, зато это прикольно выглядит. Оу, хеллоу, хеллоу, мой френд. На самом деле я не представляю, откуда у меня появились гвозди после того, как он меня убил с гвоздомета. Но это была какая-то магия. В смысле? О, чинес хакер, чинес хакер. О, I see you, найс. Люблю китайцев. Мне не хватало буквально 100 металла, чтобы поставить первый верстак. Я фермил спокойно бочки, и за мной постоянно следил китайский хакер. Ой, китайский хакер за мной следит. А мне эти 100 металла нужны. Сори, китайцы. Тинь-гань-кунь-гунь-дюнь. Я пошел сейвить домой. Так. О, я могу первый верстак скрафтить. Я же смогу открывать? Идеальный дом. О да, сейчас будет самое веселое. Мое самое любимое занятие.
Ха! Ууу! Укусно! Это получается ко мне приехала металл-дверь? Двойная? Улучшение моего домика приехало. Оп. Идеально. 150 скрап, это как раз лестницу изучить. Хм, держи. О, это тот самый китаец. I pick you up, bro. 125 скрап по лестнице, нормально. О, так удобнее. Держи. Нормально, понимаю. О. А вот и тот самый домик. Он в онлайне. Ё-моё. Увидев, что этот домик в онлайне и что хозяин дома бегает по улице, я понял, что пока что забраться к ним на территорию не судьба. И побежал искать других жертв. Но если я начну, наверное, что-то ломать, он обязательно выйдет. А начать я могу, например, вон... У них не по две турели на каждой стороне, я правильно понял? Или по две? Пока что с этим домом мы ничего сделать, к сожалению, не можем. Пойдем убивать кого-то. А потом вернемся и обязательно... Разобьем у него турели. Why? Oh nice, you are so very very beautiful gamer. Я люблю, заткнись, дебин. Соси бибу. Все, оно село на крышу. Руфкемперные воины, получается. Тудум, тудум, тудум. А ты у нас что перерабатывал, братик? У-у-у-у-у-у-у. Нормально. Скинув все свои ресурсы, я решил посмотреть на домик руфкемпера, который стрелял по мне с горы. Ни одной лестницы мне явно не хватит, но посмотрим. На всякий случай я скрафчу ее. Цельс. Расчетный огонь. Пли! Найс! Ты ебаный ублюдок. Пошел нахуй. Ну ладно. Я прописал себе еще пару лестниц и вернулся к этому руфкемперу. Ну ладно, ладно. Для тех, кто не понял, я вернулся домой, скрафтил еще две лестницы, так как мне не хватало одной, чтобы туда залезть, и побежал к руфкемперу. Изи! Как хорошо, что я умнее тебя, друг. О, Балтевич. О, берданка. Как вкус. И дверь открыта еще. Пахнет каким-то разводиловым, конечно. Нет. Это не разводилово. Это не разводилово. Ну и ладно. А я в Ундор.
Тарирарара, тарирарирара. Тарирара, говоришь? Easy clap, bitch. Вот это я оттуда утащил, понимаю просто, ух. А мне все это как раз нужно. Очень нужно. Спасибо, ребят. Вы топчики. Про клановую территорию я, естественно, не забывал. Ведь мне было интересно, что таится в их ящиках на территории. Как там мои руфкемперы номер 2 поживают, мне интересно. Они хорошо поживают. Интересно, они в онлайне? Блин, я думал, там турелев, но то уже хотел порадоваться. Хэндзяп! Окей, wait. Хэндзяп. I'm friendly, don't worry. You can take this headshot. Take it. For you, brother. Good luck. Hello, my naked friend. Don't worry, I'm very friendly. Okay, nice. Hello, my friend. Hello, hello. Where are you from? How are you? I'm very beautiful. I'm from Northern Europe, Finland. Oh, nice. I'm from Finland. I'm from Russia. Russia. Ah, yes. Давай. Давай. Дебил, нахуй, all of that stuff. Давай. Заткнись. Окей, take it, bro. Давай, but, давай. Thank you. Thank good luck. You so thank удачи, you so удачи, good luck. У меня много дерева, у меня много металла. Но мне нужно расширить дом. Иначе настанет мне Габелла... Кто-то увидит магазин, подумает, почему бы его не бахнуть? Я б, например, так и подумал, в принципе. Так, а я могу тут... Хоп. Хоп. Вкусно получается, однако. Так, мы делаем витринку, делаем две двери, одну такую, три замка и получаем кайф. Вот, офигенный домик. Как из магазина сделать топовый дом? Окей, okay, if you don't shoot me, I don't shoot you, my friend. Okay. Okay. Bye. Goodbye. Что-то мне подсказывает, что прилетели на коптере только что хозяева той территории. Не знаю почему. Турель выключена. Турель выключена. Турель выключена. Может, это мой шанс? Это их новый тиммейт зашел, походу. Блин, ну так быстро я туда к ним не попаду, чтобы они меня не заметили. Ну, бомжа я убивать не буду. Он мне особо-то и не нужен. Пойду скину Балтевич, вернусь туда и посмотрю, если турели включены, то это беда. Если нет, то надо лестницу скрафтить. Работают ли турели? По-моему, они все еще выключены. Третий верстак. Второй верстак. Печки пусто. Пусто. У меня есть план.
Вы пока не просыпайтесь, ребят. Еще рано. Я еще очень мало у вас забрал. Познакомьтесь, а это проснулся мой сосед Руф Кемпер. Ты хочешь, чтобы я тебе лицо разбил или что? Как тебе такое? И именно в этот момент я понял, что моя спокойная жизнь на этом сервере закончилась. Да ты блочишь все, что нужно и не нужно. Рыбки у них своруем. Сколько здесь двушек? Сколько здесь всего нужного реально? О, этот ящик, он пустой. Калаш? Тут кто-то сдох? Ай. А тут во всех коптерах есть топливо. В этом есть. И в этом есть. И тут есть, я так полагаю. Хавки только нет. Сверху все закрыто. О, блин, плохие люди, конечно. Куда мне все это скидывать, вопрос? Ну, оно проснулось. Ты реально хочешь со мной повоевать? Ну, я как бы не наглый. Совсем ни капли. Он с кастрюлей сел. Он сел с кастрюлей после первого ваншота. Окей, мы с тобой сегодня поиграем. О, так вот моя вышка будет. Ну, офигенно, офигенно. Вышка от Руф Кемпера. Вкусно придумал.
Это мой самый гениальный дом! Неожиданный антирейд-бункер. Так, гантрапы мы сейчас куда-то залепим обязательно. Чтобы улучшить мою вышку, мне не хватало дерева. Как вы там его называете? Мистер Пеннис. Но почему-то мне больше нравится название Дилда Бэггинс. Ну вот, отличная башня. Ух ты! У-ху! О-о-о! Понимаю. Фигня, конечно, та еще. Так, а как отсюда выходить, вопрос? Лестниц у них нет? Оп. Отлично, рейдим, пацаны. Baby tonight. I'm baby tonight. Woo! You are so bad, man. You're the fucking spaz, pussy. Так, рыбка, давай мы тебя, пожалуй, разделаем. 160 жира, неплохо. Как же ты задолбал, Руф Кемпер, ты не представляешь себя. Ну давай постреляем, если ты такой умный. Не нравится? А так? Ну я теперь хоть твой ник знаю, наконец-то. Давай следующий. Надо тут крышу застроить все-таки. У меня, кстати, ни одной печки до сих пор нет. Так, тут никто случайно не продает гаражку. Гаражка мне нужна. Гараж дур 15 МВК. Ну блин, туда идти, это жесть, конечно. Хотя стоп, что я туплю? О, не, спасибо, такое нам не надо. Я, кстати, умею шприцы крафтить, а я об этом узнал только сейчас. Место в ящиках у меня кончалось очень быстро, поэтому я взял все свои компоненты и побежал на переработку. Не густо, но и не пусто. Нет никого там? Кто задолбали эти руфкемперы? Не смотрите на мою вышку, я сижу на ней, чтобы убивать только моих соседей.
Офигели, что ли? На мой скраб позарились. Тут еще один есть. Он забрал мой скраб! Пожалуй, надо идти домой, они как-то слишком нагло на меня накидываются. А 500 скрапа это жирно ему давать. Хорошо, что я ЛР-ку взял, по-другому было бы очень грустно. Так, вопрос на миллион. Куда я могу поставить третий верстак? Шестеренок у меня нет, к сожалению. Ну, бывает. Я попаду в видос. Шо, Дебик, думаешь, я тебя не вижу, где ты сидишь? Лё, Дебик, наверх посмотри. О, читак. Стричку дал, стричку дал. Не, ну тут как бы все сразу ясно, это тупо боженька. Найс, что-то челы пришли. Сбивать вертолет. Красиво. О, подо мной упал. Отлично. Кончалыга, ты сейчас отлетишь в бан. Сейчас отлетишь в бан. Я зайду с нового аккаунта, нафарлю серый и разъебу тебя нахуй, если ты будешь сидеть, блядь, сейчас с ЛРК-ой смотреть. Ну да, ты же гордишься собой, что блядь, ты с читами играешь. Что говоришь, тебя блядь, не слышно, нахуй, алло, дура, у тебя что-то тупая, во рту, тупая, дружище, у тебя брать, что-то ебаная. Во рту. Ты бездарь, ебаный бездарь. Что, самый умный? Давай еще раз выгляни. Как ваши дела, девочки? Наверное, им не нравится, но я точно не уверен в этом. Ой. Ой. Я практически обокрал клан, но утащить оттуда ничего не получилось. Пришли снова те читаки, и я с ними решил постреляться с вышки. Ведь я не потеряю лут, если не буду выходить на улицу. Ну это какой-то большой дом, конечно. О, у меня 4 сачели есть. А там ящики я вижу.
Ну и читаки обычно на серверах долго не живут. Стоит им поубивать очень много типов, их зарепортят и они отлетают в бан. О, минус второй. Покажи мне свой ник. А это, чтоб вы понимали, были друзья киберспортсменов. А, пофиг, просру так просру, что поделать. Значит, жизнь боль. А если нет, то я подниму много. Ну и по традиции, спустя несколько минут они отлетели всей пачкой в бан, а я знал, где они живут. Ну, у этих обезьян, наверное, много лута. Да, обезьянка? Вот тут у них лут. Вопрос, где мне сейчас взять взрывку? Пойду пытать удачу, мало ли их забанили, они не позакрывали все двери. Такое же бывает? Бывает. О, привет. Ресурсов, чтобы их дорейдить, у меня абсолютно не было, поэтому я побежал на сбитый вертолет, чтобы потратить удачу. Ого, там и Ларочка. Я всего лишь кустик, не убивайте меня, ребят. Держи. Держи. Вот мой пулич. Вот это я понимаю. Изейший пулич. С берды. Тупо гоу с берданкой. Минус 3. И подфармив немножечко разрывных, я побежал дорейживать этот дом. Изи рейд получается. Базука. Скоростные ракетки. Разрывные. Немного того, немного сего. Калашек. Вкусно. Ой, хорошо как. Будет у меня два дома. Всегда мечтал о таком. Я положил туда свою фирменную спалку и отправился домой грейдить хату. Отлично. Oh, I will do the last. Don't worry, don't worry. Look, do you need gun? Do you need gun, my friend? If you have spare gun, I will always take gun. Oh, your helicopter is stuck. Oh. Yep. Fuck you, helicopter. Do you need a gun? Я нанял пару бомжиков, чтобы они пофармили мне деревца. А им взамен я дал бы второй верстак и оружие. I will die of brain tumor. I can give you it if you need. Take it. Oh. Oh my god. Oh yeah, I forgot the 57. You need it? Thank you. Okay, I'm 70 HP now. Thank you, man. Thank you, thank you. No I also problem. Have this for you if you want. Thank you. But yes,
Okay, bye-bye. See ya, guys. Bye. Ну, он похилился, как он сказал. Я обустроил свой домик, ведь думал, что меня зарейдят соседи. И вышел. Зайдя на следующий день, я увидел это. Интересно, меня зарейдили или нет? Вот это реально главный вопрос, который меня сейчас интересует. По сути, соседи могли меня бахнуть, но заходили ли они после вчерашнего? Я жив! Меня никто не рейдил! Оу, вау, мой антирейд бункер решили не трогать! Балтевич и посмотреть, как там живут мои любимые соседи. Чавой? Чавой? Они сгнили или их бахнули? Я хотел сегодня с ними пофайтиться. А их кто-то зарейдил. Так нечестно рейдить в офлайне. А может их не зарейдили, может они просто сгнили? По всей видимости, я тут не первый. Шкаф закрыт. Кровати стоят. Ящик пустой. Везде все пусто. Но то, что тут не бахали, это факт. Это МВК-дверь. Моих соседей зарейдили, и мне стало скучно играть на этом сервере, потому что доставать уже было некого. Понимаете? Но я надеюсь, вам понравился этот ролик, потому что я очень сильно над ним постарался. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчик. Всем пока!